серед постійної напруги. Спорт підтримує тебе. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж цієї години з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну, а в Росії після прориву греблі Ворську Оренбурзької області досі продовжують йти під воду інші населені пункти. Як ми знаємо, після Оренбурга обласного центру потоп дістався до Кургану. За ніч рівень води в річці Тобол піднявся на понад 1.5 метра, і вода прибуває все швидше. Ну, а тепер Томськ перейняв естафету у Кургана. У Томському районі через паводок затопило 143 будинки та 93 присадибні ділянки, повідомив голова Томського району В'ячеслав Чорноус. За день раніше рівень води в річці Том поблизу центру Томська перевищив небезпечну позначку і досяг 764 сантиметри. Місцева влада запевняє, що ніякої небезпеки для самого міста начебто немає. Ну, звісно, щоб вони ще сказали, і кажуть, що нібито така ситуація вже була 14 років тому, про що заявив начальник департаменту капбудівництва мерії Дмитро Тихонов. І от він каже, мостовій споруді нічого не загрожує, оскільки вона кріпиться на глибоких бетонних опорах. Схил земляного валу буде відновлено після проходження паводку. І каже, що подібна ситуація в Томську вже була в 2010 році, тому взагалі не переймайтеся. От тільки дамба, яка тримає річку Том, втомилася і скоро розвалиться повністю. Самый момент заснял. Да. Вася предлагал, давай туда, говорит. Да. Сейчас вот эти плиты. Вон, пошла. Вот они. Ну, звісно, чому перейматися? 14 років тому були паводки, і якось же ж вони виплили з них, то, мабуть, і зараз. При тому, що, ви знаєте, місцевій владі настільки начхати на своє населення, що вони ото тільки їх і втішають тим, що це вже було, ми пережили, вели, а значить, і зараз переживемо. І при тому вони не намагаються їм якось допомогти врятувати їхнє майно, повивозити там, можливо, домашніх тварин, знайти місце хоча б, де тимчасово їх поселити. Ні, все роблять місцеві самостійно. Ну, а тим часом митрополит Курганський заявив, що, на його думку, після обльоту ріки з іконами рівень води почав падати. Тому що, от ви знаєте, на Росії, мабуть, вже у них є така звичка, як завжди, десь у них якась халепа, туди привозять ікони, які мають начебто врятувати від того, що відбувається. Але це вже було, ікони їх не врятують. От пам'ятаєте, Путін там привозив до льотчиків якихось священників, чи то ікони їм дарував, щоб вони не втрачали свої сушки в Україні. Але після того взагалі одна за одною пішли. Потім ще він там кудись привозив ікони. Тут тепер вони привезли ікони до цих річок, до того, що там вода розливається. Але чомусь вода не меншає, а навпаки, в деяких місцях її стає все більше, і вона досягає критичного рівня. Утім, місцевих ніяк не втішає те, що вони привозять ікони, якось там освячують щось, бо самі люди залишилися повністю без даху над головою. У Росії жителі підтоплених територій скаржаться, що їх кинула держава. Мешканці будинків, які от повністю пішли під воду, розповідають, що вони не отримали досі ніякої реальної допомоги від влади. Чиновники не організували для них місць для тимчасового проживання і навіть не забезпечили їжею. Послухайте. Входом ніхто. Да пусть ідуть всі. Пішком? Начальство ніхто не прийшов. Пусть всі за. Ні один адміністрація не прийшов, не сказав, що вам надо. Ні. От депутат принес, от сусідка принесла пожрати і все. Нам не треба нічого такого. Було все і остатися от, як в одних трусах, в одній, это все, і от в цих теплих. 75 років я остався без крови над головою. А вам хто все-таки помог, или прямо ніхто в лісі? Ніхто.
Нет, я уже сейчас сказала, где по улице Красной конкретно сказали, вот адрес такой-то, люди, пожалуйста, можете обратиться, где-то переночевать, где-то получить хоть бутылку воды или чашку супа какого-то. Никто, мы остались, мы бомжи. Друзья, мы понимаем, что не мы одни пострадавшие. Сейчас речь идет не о сотнях, а тысяч пострадавших. Но почему-то действительно никто не пришел, никто не спросил. Просто люди сами помогают друг другу. Спасают себя, как Мюнхгаузен, что называется. Кто как может. Вот Оля здесь и днюет, и ночует. Не знаю, как она еще не падает до сих пор. Поэтому мы не просим многого. Просто пусть уже, пусть уже правительство в своих руках, воспримет нас не как источник своего дохода, а уже подумает и о нас, поможет. И не по 20-30 говорили на человека, да? Разговор шел. Я не знаю, точно не могу сказать, потому что вы. Но такими смехотворными словами это даже стыдно. А чому вони скаржаться? Ну, це ж звична справа рук Путіна, утилізація росіян. Одних він відправить на війну в Україну, щоб вони не повернулися, інші потонуть в себе в будинках. В принципі, путінський план, його спецоперація, вже водна спецоперація йде по плану. Ну, але якщо серйозно, то начхати на мешканців боліт не лише місцевій владі, начхати також і російським пропагандистам. Чому? Тому що головний рупор Кремля Соловйов каже, що вони не можуть у всіх своїх ток-шоу згадувати ось цей потоп, бо, мовляв, є теми важливіші. Ну, мабуть, тема ж України, вона ж у них взагалі найперша там. Каже, що ніхто росіян не покине, але ефіри їхні, вони взагалі для іншого. Послухайте. Я просто хочу, щоб ми розуміли різні плани. Ну, наприклад, безпрецедентне в історії метеонаблюдень, апокаліптичне по своїй природі явлення, це страшне, там, розверзлись хляби небесні, потоп жуткий, люди страдают, более 11 метров превышение, уровень воды 11 метров, больше чем на 2 метра превышение всех ожидаемых. И страна видит боль людей и пытается помочь. Это очень важно понять, что никто не пытается их забыть. И это, конечно, важно. Этим занимаются и региональные власти, и МЧС, и федеральные власти, поэтому туда отправляют. Но это не значит, что мы должны все передачи говорить исключительно и только об этом. Потому что это очень важный фон сегодняшнего дня, поэтому наши коллеги-новостники все время дают репортажи, что происходит, как помочь. Но когда мы говорим о передачах аналитических, мы не можем не поднимать и серьезнейшие пласты, и изменения, которые касаются, скажем так, эпохальных событий. Поэтому, конечно, мы ни на секунду не забываем о пострадавших и понимаем, насколько им тяжело и насколько важно, что государство рядом. Но в то же время 24/7 мы должны следить и за ситуацией, которая влияет на жизнь каждого из нас и человечества в целом. Но не волнуйтесь, мы все чувствуем вашу боль и сделаем все возможное, чтобы максимально облегчить и помочь, и переместить людей, и сделать все возможное, чтобы и дома как можно скорее восстановить, и никто вас не бросит. Ой, ну Соловьев точно чувствует боль этих пострадавших. При тому він, мабуть, відчуває боль, бо вони зараз втрачають свої будинки, він же ж втратив свою віллу на Кому, то хіба в цьому він відчуває якусь біль, але якийсь біль, але при тому він говорить про те, що власті не кинули, що ми все о вас помнім, але говорити про вас ми не будемо. Тому що, ну, я ж кажу, нам, точніше, російським пропагандистам і російському керівництву просто начхати на росіян. Їм важливіше обговорити те, що відбувається в Україні. От вони дуже активно обговорюють тему мобілізації. Вони дуже активно обговорюють тему наших стосунків з союзниками, чи дадуть нам патріоти, чи не дадуть. Але от про потопи на РФ – то не їхня тема. Але ці потопи, вони й далі, як я говорила, продовжуються і не оминула карма навіть бурятів. Проблеми паводків дійшли до ще одного регіону країни-терористки. Наразі в Бурятії загрожує паводок із Монголії.
В Іволгінському районі Бурятії затопило 11 будинків, повідомляє місцева влада про це, провели евакуацію з зони підтоплення, але причиною цієї повені став затор льоду на річці Селензі. Росіяни пишуть, що сніжна зима у монголів загрожує паводку вже на території Росії. Цього року у Монголії випало від 38 до 60 сантиметрів снігу, тож на річці Селенга вже в негайному порядку посилено греблі. Тому що може затопити і Бурятію, але, бачите, не через те, що у них там дамби якось не витримують, а через те, що сніг випав у Монголії. Але, знову ж таки, ось цей місцевий губернатор, чи хто він там такий, говорить, що будуть посилювати вони дамби, то, можливо, вони так само посилять, як і 10 років в цьому Орську, так, що потім ці дамби прориває і в результаті пів Росії, ну, на жаль, поки що не пів Росії, але, я думаю, то все згодом, йде під воду. Тому таке саме, теж саме очікує і на бурятів, а рекомендую їм вже якось подбати про свою безпеку, бо місцева влада нічого вам не зробить і ніяк не врятує ваше майно. Ну, а тим часом головний терорист Путін, ні, щоб, наприклад, поїхати, так, якось хоча б показати ось цю картинку на телебаченні, що він співчуває населенню своєму, хоч би вже поїхав в ті регіони, поплавав би на човнику там, чи то, можливо, він боїться плавати, не вміє плавати. А він ні, він цим не займається. Він тим часом говорить про те, що потрібно терміново робити якісь переговори з Україною і продовжує качати тему стамбульських домовленостей. Еще одно важное заявление, которое сделал Путин по итогам встреч с президентом Беларуси Лукашенко, касалось мирных переговоров с Киевом. Если коротко, то никаких бредовых формул Зеленского в Швейцарии, куда Запад как бы зазывает Москву, Россия обсуждать, конечно, не станет. Единственный формат, который возможен, это возобновление Стамбульского договора с Киевом. Правда, этот формат, как сказал Путин, Украина 2 года назад выбросила в помойку. Тогда Москва отвела войска от Киева, чтобы закрепить договоренности ключевым пунктом. Тогда был нейтральный и внеблоковый статус с Украиной. Путин еще раз сказал, что к конструктивному диалогу Россия готова по-прежнему, но не позволит себе что-либо навязывать. Во время встречи глава Беларуси Лукашенко тоже напомнил, как стамбульские переговоры сорвал Борис Джонсон. Насправді, скільки можна повторювати, що не Джонсон їх зірвав. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату, бо Москва схиляла Київ до капітуляції. Сили оборони, які зупинили окупантів та гвалтівників під Києвом, позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату, а потім жахливі знахідки у Бучі і в інших визволених містах продемонстрували, що трапляється там, де зупиняються бойові дії і починається російська окупація. Ну, а рашисти, вони користуються нагодою і відсутністю у Збройних сил України американської допомоги, вони продовжують позбавляти нас необхідного ресурсу, а такого необхідного ресурсу, як час. Бо дедалі важче очікувати якоїсь милості від Заходу, коли окупанти знищують енергетику, у Збройних сил закінчуються боєприпаси, ППО дедалі менше здатне відбивати російські атаки. Рашисти при тому бомблять українські міста, ну а іноземні розвідки, наші розвідки говорять про можливий масштабний наступ на Харків. І от саме тому Путін зараз заговорив про можливість стамбульських переговорів. Ну, щоб ми погодилися на путінські умови, бо, мовляв, у нас так все погано, нас ж всі кинули, ППО немає, зброї немає. Але ні, це не переговорна позиція, це ультиматум. А лягати під Путіна ми не будемо, бо наші вимоги, вони прості і давно усім відомі, і пропоную їх ще раз усім почути і запам'ятати. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Зеленський, получається, окончательно збрендил і пусть катиться к чорту з переговорами на таких ідіотських условиях.
Ну, то от зрозуміло, що йти на наші умови вони не збираються, намагаються будь-яким чином схилити нас до переговорів на російських умовах. Але ж ми-то також не здаємося і не здаємося, бо Київ, наприклад, сподівається на підтримку нашої української формули миру, і перший її краш-тест відбудеться вже незабаром в Швейцарії. Там українська делегація в тандемі з європейськими партнерами схилятиме країни глобального півдня до думки, що імперська Росія повинна програти. Найслабше місце формули в тому, що вона поки що недостатньо підтримана силою зброї. Ну, тому що одних закликів до справедливості, на жаль, недостатньо, а Захід бідкається, розводить руками, бо каже, що немає у вас якихось умовно перемог, покажіть їх нам на полі бою. Але знову ж таки той самий Захід не допомагає нам цього досягти, бо не виділяє допомогу, не дає зброї. Одного українського бажання вийти на кордони 91-го року замало. Нам потрібна готовність партнерів, і саме тому ми збираємо цю велику формулу миру у Швейцарії, точніше саміт, на якому буде розглядатися ця формула миру. Але ви знаєте, те, що він збирається, і те, що вже майже сотня країн погодилися бути на ньому, це дуже не подобається пропагандистам. Определились з датами мирного швейцарского саммита на Украину, который они там собирают, так сказать, в Швейцарии в начале июня. Но меня что удивляет? Вот. Там написано так, значит. Выступил, значит, я специально выписал, глава МИД Швейцарии. Ни один мирный процесс не может быть возможен без России. Какого нахера вы там собираетесь? Ну, это, понимаете, вот. Это вот что с трансами, что с этими министерствами иностранных дел западных, у них примерно вот так все. Невозможно. А мы соберемся. И будем обсуждать мирные процессы без... Ну, поразительно просто. Поразительно. Там из странностей Швейцария, как нейтральное государство, предлагает свои услуги Москве и Украине для переговоров, при этом забывая, что Швейцария более не является нейтральной страной ввиду того, что санкции она ввела против России. Ну, насправді, цивілізований світ вже говорить, що Путін повинен програти, але чогось вони, знову ж повторюся, нічого для цього не роблять. Європа та США не хочуть чи не можуть воювати з Росією навіть руками українців. Тому Брюссель, особливо Париж, муляє спокуса домовитися з Китаєм про згортання і закінчення цієї війни. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня. Макрон каже, що вже працює над цим питанням і планує залучити багатьох партнерів, а також звернутися про допомогу до лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Голова КНР за кілька тижнів має відвідати Париж, тож, ймовірно, про щось вони таки будуть домовлятися. Утім, незрозуміло, чи потім погодиться Путін іти на якісь умови лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Саміт же миру у Швейцарії, який ця країна погодилася провести для нашої держави, він, як вже зазначили, відбудеться 16-17 червня. Хоча поки що ще не ясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на Захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого глобального півдня, про це повідомляє Bloomberg. Наразі немає 100% впевненості, що до саміту приєднається і Китай, але союзники України вважають, що присутність Китаю вона є важливою для успіху цієї зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву. Ну і канцлер Німеччини Шольц, він також висловив бажання побачити на українському саміті миру Бразилію і Китай, тож дійсно було б дуже важливо, якби ці країни глобального півдня ну, хоча би поки що прибули на цей саміт, ми не говоримо про те, щоб стали нашими союзниками. Звісно, ми про це мріємо, хотіли це побачити. Але якщо вони прибудуть навіть на цей саміт і вислухають позиції, як мінімум, України та інших держав, які підтримують українську формулу миру, тож, можливо, вони зможуть напрацювати якусь відповідну карту, яка буде задовольняти усі країни, і потім передати її вже Москві. Ну, а там вже, якщо Москва погодиться на це, то будуть далі якісь наступні етапи. Але якщо ні, то важливо буде, що глобальний південь
підтримує нашу формулу миру. Бо тут же ж ми розуміємо, який вплив ці держави мають на Російську Федерацію. Ну, а тим часом росіяни вже здогадуються про те, що можуть бути якісь умови з нашого боку для Москви, і тому вони знову ж висловлюють своє невдоволення. Насколько я понимаю, план их примерно следующий. Использовать эту швейцарскую конференцию для того, чтобы вот двинуть Россию ультиматум. Они Западом разработали ее, теперь говорят, давайте мы страны глобального юга подключим, вместе все России такой ультиматум, а может быть этот ультиматум очень понадобится просто для остановки боевых действий, если к этому времени... к середине июня будет, может быть, более серьезное наступление армии России, как очень многие прогнозируют и у нас, и у них самое главное. Вот такое подключить страны этого глобального юга и от имени всех ультиматум. Ну, мы, конечно, против всего этого и говорим, нет, мы на это не пойдем. Как вы знаете, у нас вот возникла тема стамбульских договоренностей. Там в чем ее суть главная, о стамбульских договоренностях? Происходит демилитаризация Украины. То есть для украинской армии вводятся лимиты вооружений. То есть вот это то, что им поставили все, да, 80% уберите прочь из Украины. О чем не договорились в стамбульских соглашениях, так это в том, что значит, мы говорим, что эти значит, гарантии безопасности Украины работают, если Украина выведет все это вооружение. А Киев говорит, нет, давайте они будут работать, даже если мы не выведем это вооружение. Мы говорим, не-не-не, если вы не вывели, то мы никаких уже гарантий вам не даем. Вот насчет этого тогда не договорились, сейчас мы предложили свою вот эту повестку. Как там, согласно официальной версии официальной Москвы, Украина парафировала договоренности. Ну і зараз, друзі, про те, чому так Росія просуває ось ці стамбульські домовленості знову, поговоримо разом з нашим гостем Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст. Ігор Олександрович, здравствуйте, рада привітствувати. Здравствуйте, взаємно. Как вы думаете, зачем Путину эти стамбульские переговоры? Почему об этом так активно сейчас рассказывают российские медиа? И можно ли сказать, что у Путина появились какие-то условия, или он там пытается воспользоваться ситуацией, когда помощь Украине зависла? Вы знаете, мне трудно, вот как-то, честно говоря, не очень даже хочется так, некоторая брезгливость, залезть в голову Путину и понять, что же он думает и зачем он это все делает. Более-менее понятно, что основная сейчас как бы задача в дипломатическом пространстве в целом, так сказать, это сформировать в общественном мнении, в мировом общественном мнении такое настроение, что Путин вообще хочет прекратить войну, а Украина это вот такие вот ястребы, которые, то есть Путин за мир, а Зеленский за войну. Вот такое вот создать такое впечатление, что в какой-то степени будет играть на руку тем людям, которые препятствуют сейчас выделение помощи для Украины. То есть это попытка поддержать ту свою агентуру, явную или неявную, там, полезных идиотов или действительно внедренных агентов на Западе, которые препятствуют оказанию Украине помощи. И для этого как раз очень, очень удобно поддерживать такой стамбульский проект, в котором содержится вроде бы как призыв к миру, на самом деле призыв на таких условиях, на которых, ну, естественно, Украина не пойдет. То есть вообще весь этот миротворческий процесс, который поддерживается Путиным и в значительной степени им организован, это вся история в расчете на то, чтобы изменить общественное мнение в пользу путинской России, настроить его против Украины. Украина, вот цель одна. Вот Путин хочет мира, Путин предлагает мирные переговоры, Путин хочет остановить войну, а Украина хочет продолжать воевать. Это очень, очень, так сказать, удобно для вот внедрения такой мысли, очень удобно для путинской агентуры на Западе. Игорь Александрович, а как же тогда Зеленский хочет воевать, если он собирает большой мирный саммит в Швейцарии?
Ну, вы же знаете прекрасное принципиальное отличие этого большого мирного саммита в Швейцарии. Значит, формула мира Зеленского, она совершенно другая, чем то, что выдвигается в Стамбуле. То есть здесь, на самом деле, вот эти вот несколько принципов, на которых основана формула мира Зеленского, она очень... на самом деле мир — это очень просто. Вот мир — это очень просто. Это надо... Путину нужно просто отвести свои войска на линию 91-го года. Все. И все достаточно просто, и мир тут же будет установлен. Поэтому формула мира Зеленского, она действительно реально миротворческая. Другой вопрос, что эта реальность, она никак не совпадает с тем, что происходит в голове у Путина. Поэтому вообще, вы знаете, если уж на то пошло, то мне представляется, что вот этот саммит в Швейцарии, который будет в июне, он тоже в известной степени, ну, такая попытка воздействовать на общественное мнение. Потому что понятно, что эта формула мира Зеленского, она, безусловно, поддерживается странами евроатлантической цивилизации. Вряд ли она будет поддержана Китаем, вряд ли она будет поддержана Бразилией. Но в любом случае, мне представляется, что это тоже такое... Ну, у меня нет больших каких-то надежд и иллюзий по поводу того события, которое собирается в Швейцарии. Потому что, в общем-то, мне представляется, что сейчас важнее было бы, так сказать, вот какое-то более ясное формулирование своих задач у западной коалиции, которая должна стать жестко антипутинской, ну, по аналогии антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. И формулировка задач – это, кстати, то, что требовали республиканцы от Байдена. Сформулируйте задачи в этой войне. А задачи Соединенных Штатов Америки. Задача Украины известна – освободить свою территорию. А у Соединенных Штатов Америки какие задачи? И вот отсутствие этой формулировки – это и есть главная беда. А цель и задача может быть только одна – уничтожение путинского режима. И, кстати говоря, здесь вот есть различие между Украиной и теми же самыми, той же самой антипутинской коалицией. Вот у Украины задача уничтожения путинского режима не стоит и не может стоять, потому что Украина не собирается, значит, идти штурмом на Кремль и менять путинский режим. А вот у евроатлантической цивилизации такая задача вполне может стоять. Потому что это действительно реальный путь. Давайте все-таки точки над «и» расставим. Ну, хотя бы в нашем разговоре с вами сегодняшнем. Что прекращение войны – это даже не отведение, не оттеснение войск оккупантов на линию 91-го года. А прекращение войны может быть только в одном случае, когда будет уничтожен путинский режим. К огромному сожалению, вот сегодня эту задачу никто даже не формулирует таким образом. И вот это главная проблема. Подчеркиваю, это главная проблема. То есть на сегодняшний момент евроатлантическая цивилизация при наличии такой цели может ее очень... То есть если эта цель сформулирована, уничтожение путинского фашистского режима, она может быть достигнута, ну, сравнительно быстро, потому что сегодняшний потенциал Соединенных Штатов, ну, НАТО, скажем так, НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, таков, что эта задача может быть достигнута. Но, к сожалению, эта задача никем не формулируется. Вот в этом главная проблема и главная причина тому, что война продолжается и будет продолжаться неопределенно долго. Да, полностью тут с вами согласна, что Запад еще не готов разрушить полностью путинский режим, но готов, наверное, ли или хочет, чтобы хотя бы было какое-то перемирие, возможно, временное. И тут Макрон снова предлагает объявить перемирие на время Олимпиады в Париже и при этом рассчитывает на поддержку Китая в этом вопросе. Вот как вы считаете, какую роль в этом вопросе может действительно отыграть Китай и пойдет ли Путин на условия Си Цзиньпина? Я думаю, что Китай, вот и другое исключено. Первое, я не очень понимаю, в чем резоны Китая для того, чтобы
начать как-то останавливать Путина, потому что Китай занял четкую, ясную позицию. Он поддерживает путинский режим, ему это выгодно, ему выгодно вот это противостояние Путина с западной цивилизацией. Это ослабляет Соединенные Штаты Америки. Китай в этом смысле является бенефициаром этой войны, это очевидно. Поэтому смысл для Си Цзиньпина пытаться остановить эту войну, я не вижу никакого. Вот если взять встать на минуточку на позиции Си Цзиньпина, то она совсем противоположна. Она заключается... Си Цзиньпин является, безусловно, союзником Путина в этой войне. Ну, таким не прямым, не военным, но, по крайней мере, политическим союзником это точно. Это первое. И второе, вы знаете, вот существует такое расхожее мнение, что Путин и путинская Россия является уже просто сателлитом Китая и находится от него в полной зависимости. Да, зависимость очень-очень велика, это экономическая зависимость. Но сказать, что путинский режим является вот такой шестеркой, которая сделает все, что попросит Си Цзиньпин, это ошибка. Это серьезная ошибка. И рассчитывать на то, что если Си Цзиньпин что-то скажет, то Путин тут же побежит исполнять, не стоит. И, кстати говоря, Си Цзиньпин прекрасно понимает характер отношений между ним и Путиным. И он просто не будет таких вещей делать. Это все-таки достаточно опытный политик, и он понимает прекрасно пределы возможностей. Поэтому ничего этого не будет. Никаких, так сказать, у Си Цзиньпина, во-первых, нет желания, а во-вторых, нет возможности остановить эту войну. И даже, так сказать, решить вопрос о перемирии. Поэтому позиция Макрона понятна. Он принимает Олимпиаду. И ему, как хозяину Олимпиады, конечно же, очень важно, чтобы Олимпиада прошла хорошо и спокойно. Но, к сожалению, никаких гарантий, что не будет, во-первых, на период Олимпиады терактов Аль-Каиды, потому что, Исламского государства, я все по инерции Аль-Каиды, Исламского государства тоже нет. Такие, я думаю, что Исламское государство очень постарается устроить там теракты, и возможности это есть. И второе, конечно, война на период Олимпийских игр, скорее всего, не будет приостановлена, как этого хочет Макрон. Роль Макрона другая, она очень важна. Это стирание красных линий в головах европейских и западных политиков. В этом он действительно многого добился. Россия официально поддержала массированную атаку своего партнера Ирана на Израиль. В Министерстве иностранных дел заявили, что решительно осудили удар Цахала по зданию консульства в Дамаске. Ну и также Захарова пожаловалась, что Израиль никогда не осуждал украинские удары по территории России. Я процитирую. Однако я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех преступлений, террористических действий, ублюдков на Банковой, в результате которых год за годом гибнут мирные жители. Но вот она, конечно же, никогда не скажет о том, сколько ущерба и скольких мирных жителей убила Россия в войне против Украины. Но то, что она поддерживает Иран, здесь имеет какое-то значение? Да, это имеет существенное значение, потому что, во-первых, понятно, что Россия сегодня вполне успешно создала такой вот террористический интернационал, частью которого является и Хамас, и Хизбалла, и йеменские хуситы, и прежде всего сама вот эта вот материнская, сама вот эта матка всех этих прокси-режимов, прокси-структур, а именно Иран. И Иран, безусловно, является стратегическим военным союзником России, поэтому понятно, на чьей стороне в этом конфликте, в этой войне, которая вот вчера ночью вспыхнула, понятно, что Россия здесь на стороне Ирана. Но, кстати говоря, то, что вот вчерашние события, они показали
безоговорочное преимущество Израиля над военным потенциалом Ирана. И Иран выглядел, так сказать, ну, достаточно нелепо со своей попыткой. Это была беспрецедентная по мощи. Этот налет был беспрецедентен, потому что концентрированного количества беспилотников, крылатых ракет, ракет, значит, земля-земля, баллистических ракет, такого количества ракет не было выпущено по Израилю никогда. Ну и к тому же это впервые за, я не помню, там, по-моему, чуть ли не 30 с чем-то лет последний раз такие удары наносились. Это было в период, когда со стороны Ирака наносились удары по Израилю. Но Иран никогда не наносил удары со своей территории. Это, кстати говоря, впервые. И впервые то, что мусульманская страна Иордания, так сказать, стала на сторону Израиля. Это действительно, ну, это поворотный момент во всей ближневосточной ситуации. И кроме того, это очень важный показатель того, что при наличии слаженной работы ПВО можно закрыть небо окончательно. Все вот эти вот очень важное событие, которое вчера произошло, оно тоже очень важно и для войны в Украине. Это означает, что все разговоры о том, что вот я часто слышу, в том числе даже от военных экспертов, что никакое ПВО не может полностью защитить страну. Оказывается, может. И все разговоры о том, что все средства ПВО истощаются, если продолжительные массированные комбинированные атаки, вот все эти разговоры, что беспилотники истощают ресурсы ПВО, а потом уже крылатые баллистические ракеты попадают, все это оказалось ерунда. Оказалось, что это можно, если оборона тоже является, ну, такой вот линейной, то есть только средствами ПВО. А есть ли еще самолеты, а есть ли еще, так сказать, средства перехвата с разных территорий. То есть на самом деле оказалось, что можно защитить практически на 100%, ну, на 99%. Причем вот такую массированную атаку, да, но вот которая... Интересно, Россия увидела ли это, что ей могут отвечать, ну, так же, как и Ирану? Я думаю, что да. Я думаю, что за этим тоже внимательно следили. Но здесь есть одна неприятная вещь. Дело в том, что все-таки вот то, что Израилю помогали отразить эту атаку, и Соединенные Штаты Америки очень активно, и Иордания очень активно, впервые мусульманская страна встала на сторону Израиля. Ну вот пока такой готовности со стороны союзников Украины не видно. Поэтому здесь нужно просто, еще раз говорю, здесь нужна концентрация политической воли. Почему она в отношении Израиля есть, а в отношении Украины нет, это вот отдельный вопрос. Я думаю, что просто в отношении против Ирана здесь политическая воля есть, а против Путина, к сожалению, нет. Вот это вот то, что надо сдвигать. И пока этот процесс сдвижения, концентрации политической воли против Путина и создания именно антипутинской коалиции, которая должна поставить цель ликвидации путинского режима, это, мне кажется, та самая главная задача, которая пока еще очень далека от своего разрешения. Вот, кстати, появилось заявление главы МИД Великобритании Кэмерона, и он говорит, что мы не поможем Украине сбивать дроны, как это было в Израиле, из-за риска эскалации и широкомасштабной войны в Европе. Ну, это достаточно очевидно. Понимаете, вот это опять, вот это искоренение красных, стирание красных линий внутри черепных коробок западных политиков, это, мне кажется, очень важная задача. И когда мы начали говорить там о миротворческих инициативах Макрона, это, ну, простите, это все в пользу бедных. А вот то, что он заявляет, что он готов и
французские войска разместить на территории Украины. Вот это важно. Важно не потому, что он это сделает. Нет, он этого не сделает. Но это очень важно, потому что это стирание красных линий в головах западных политиков, и прежде всего в своей голове. Потому что вот эта вот глупость, которая, к сожалению, от очень достойного британского политика вы сейчас только что воспроизвели, что, так сказать, нельзя по отношению к Путину вести себя так же, как по отношению к Ирану, потому что он обидится и начнет швыряться атомными бомбами. Эта глупость как раз и является причиной того, что эта война будет продолжаться столько, сколько это будет нужно Путину. Потому что боязнь, так сказать, ядерного шантажа – это абсолютно тупиковая вещь. Если играть в игру вот, «боюсь ядерного шантажа», то тогда Путину надо просто отдать все. Ну, потому что ну, иначе он обидится, начнет швыряться атомными бомбами. Это значит, что тогда Путину надо отдать Украину, надо отдать страны Балтии. Да, собственно говоря, а чего там? Да и Польшу надо отдать, и все остальное. Он же считает это все своей территорией. Границы России не кончаются нигде, как он говорил. Поэтому вот это главная проблема. Игорь Александрович, огромное спасибо за ваше мнение, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Желаю вам хорошего дня. И напомню, что Игорь Яковенко, российский оппозиционный политик и журналист, извините, был с нами на связи. Ну, друзі, я на цьому буду завершувати наш ефір, але ви не примикайтеся, тому що далі продовжить моя колега Інна Набок і буде, як завжди, вам розповідати найактуальніші новини. Тож ви, будь ласка, не примикайтеся, залишайтеся з 24-м каналом, а я кажу вам до зустрічі. Бережіть себе, побачимось.